Здравствуйте, друзья! Вы видите нашего Томми, который стоит у входа на собачью площадку для собачек поменьше. Там уже собрались корешки, которые, значит, машут хвостами. Хвост лишь поджал. Вот сейчас начал вилять. Вот. Наш это, тоже вот это... виляет. Так что, запустить может его туда, не? Ну, сейчас мы запустим. Он боится немножко, видишь, он не так сильно виляет. Так, все, давай его с поводка, может, снимем? Подожди, не спеши. Нет, заходи, давай, заходи. Он сопротивляется, друзья. Ой, все собаки сейчас за нами прибегут. Все пришли его нюхать. Все пришли нюхать. Все пришли нюхать. Нюхают. Нюхают. Пошли. Он испугался. Испугался, да. Вот они все нюхают. Да, ну так хвостом вроде виляет. Вы видите, он вот сейчас уже немножко осмелел. Вот у него подружка тут есть, или не то, друг. Да, вот они. Да. В общем, такой вот. Так. Да. Вот у нас тут Таня, Танечка. Первый раз в Калифорнии Таня приехала из штата Кентукки. Мне что хочется сказать Теннесси, Кентукки. Как вообще вот впечатление о Калифорнии-то? Солнечно, как? Солнечно, ярко. А у нас что там? У нас тоже, но зеленее, у вас как-то солнце больше. Так. А вот этнически отличаются люди? Там? Да, я заметила больше азиатов здесь. Тут? Ну, у нас в основном белые там все, да. А из Индии нет у вас никого? Ну, очень мало. А вот ваша IT-компания есть из Индии? Всех уволили. Было пару человек по H1B. В смысле, когда сокращения были? Да. Хорошо, ладно. Он испугался сегодня, вчера. У Тани тоже есть собака. Бигл. Фирмы Бигль, да? Понятно. Он слушай, Света, такой напуганный. Ты говорила, что в прошлый раз он тут бегал активно. Он бегал, потому что у него был дружбан, который играл. Вот эта собака пятнистая, она такая агрессивная, он ее боится немножко. Ты маленький. Пришли на собачью площадку посидеть. Посидеть тут немножко в стороне. Потом же сейчас люди приходят, он... Парковка вся занята, может быть, там большие собаки. Там такие огромные собаки, мне самой туда страшно ходить, они смотрят просто на ходу. А сейчас сюда еще кто-нибудь придет.